В Красной Поляне. А вы будете на северо-восточный склон подниматься, ваших канат на дороге не видно. И вот посмотрите, когда мы ехали, горы, вы смотрели, какие высокие вершинки были. Немножко поднялись на 700 метров, и уже по-другому, вроде бы они не совсем большие. А когда подниметесь на канатную дорогу, то перед вами откроются, как будто они вот такие, как несколько холмиков будет. Теперь посмотрите.